Добрый день, я сегодня такая правильная учительница в юбочке, в черненькой, с черненькими башмачками, почти туфлями, маленький носик только вот тут вот открыт, и на мне вот такой лазуревый пиджачок. Такая строгая учительница вам сегодня предстала. Буду вот такая строгая. Так, теперь по украшениям. У меня вот такая вот цепочка, вот с таким замечательным искусственным камешком, стекляшкой, который великолепно отражает свет моего сегодняшнего, не пиджачка, сказали, а жакетика, надо говорить. Вот, он такой еще бывает зеленоватый, я когда его одеваю зеленым, он более зеленым. Когда вот с аквамариновым, или как правильно такой цвет назвать, то он выдает вот такой вот изумрудный цвет. Нет, не изумрудный. Он выдает вот такой вот аквамариновый, наверное, все-таки цвет этого моего сегодня не пиджачка, а жакетика. Из украшений у нас на мне вот такое вот кольцо. То самое серебряное кольцо, которое мне купил муж, сказав, что оно визжало, что это мое, и за которое я заплатила $60 за то, что мне его немножечко растянули. Вот такое дорогое колечко получилось. Оно идеально подходит под цвет моего сегодняшнего наряда. И на указательный я одела вот такую змейку. И мне, я не помню, я ее когда-то вам показывала, нет. Это у меня просто эмаль. Эмаль в форме вот такой змейки. Я змей боюсь даже на рисунках. Это мне настолько понравилось. Вот она там у нас с глазками, со всякими, с красивыми. Я его с удовольствием ношу. Ну и на этой руке у нас вот такое кольцо, уже немножечко отличается от цвета. Но одно из любимейших моих, из моей коллекции колец, вот одного и того же типа, в золоте, в золотой проволоке, вот это вот колечко. И под него я одела сегодня вот такой вот браслетик. Я так думаю, мы еще запишем один наряд и объединим их.